Когда мы были маленькими, елки были до потолка, в стеклянных шариках отражались огоньки, не умеющих мигать гирлянд. В дом приходил самый настоящий Дед Мороз и приносил самые настоящие подарки. Теперь мы взрослые, и в наших силах подарить Новый год нашим детям, чтобы он остался в их сердцах. Елка желаний продолжает радовать детишек нашей республики и Кашхабльского района. По доброй традиции в этом принимают участие глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. 28 декабря они побывали в гостях у братьев Умуда и Саида Иминовых из аула Кашихабль. И, конечно же, не с пустыми руками, а загаданными ребятами подарками. Для 16-летнего чемпиона Европы по тэквондо Умуда таковыми стали наушники. Его младшего брата Саида – внешний аккумулятор для телефона. Вышеперечисленные сюрпризы были дополнены сладкими новогодними подарками. Вот елка желанием наушник чипает. Наушники, да. Ну, это сладкий подарок. Спасибо. Так, Саид, смотри, чтоб ты верил, что есть еще чудеса даже в твоем возрасте. Смотри, вот шарик, вот твое имя, это твой подарок. Это аккумулятор, это сладкий. Удачи, всех благ, вообще всего хорошего в новом году. Ребята, занимайтесь спортом, молодцы, продолжайте. Продолжают добрую акцию «Елка желаний» и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава района Заур Хамирзов, депутаты Госсовета ХАС Республики Адыгея Зураб Зехов, Мурат Шхалахов. Они приняли участие во всероссийской предновогодней акции «Елка желаний», организованной для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Глава района Заур Хамирзов исполнил желание Алексея Иненко из села Вольное, который получил из рук главы района загаданный подарок. Поздравляю тебя с замечательным праздником, таким семейным, Новым годом. Удачи, успехов. Это телефон тебе. Спасибо. Ну и тебе и детям сладкие подарки. Спасибо. Председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, депутат Госсовета ХАСа Зураб Зехов исполнили желание Екатерины и Влада Акименко из села Натырбово, подарив деткам их загаданные долгожданные подарки. Наступающим праздником, Новым годом, пусть, знаешь, сбываются твои желания детские. Так, и Влад. Так, держи телефончик тебе, дорогой. Депутат Госсовета ХАС Республики Адыгея Мурат Шхалахов исполнил желание Ислама Индрисова из аула Чипсин. И глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов, хоть и лично не смог подарить Исламу Юсупову долгожданный подарок, все же осуществил его новогоднее желание. Акция «Елка желаний» дает возможность детям верить в чудо. Отрадно отметить, что есть люди, которые этому способствуют. Вместе мы сможем сделать Новый год для ребят, нуждающихся в поддержке, по-настоящему волшебным.